На каждую сделку с земельным участком имеет смысл приглашать кадастрового инженера. Только он может достоверно сказать, соответствует ли площадь заявленного участка истинному размеру. В случае, если владелец когда-то прихватил часть чужой земли, не оформив на нее соответствующие документы, разбираться и платить штрафы придется вам, как новому владельцу. Приписать себе чужой участок земли можно и вполне на законных основаниях, но только в том случае, если участок в таких размерах существовал более 15 лет. Такая процедура называется исправлением реестровой ошибки. Если ваша усадьба в этих границах существует более 15 лет, и когда-то при производстве кадастровых работ произошла ошибка и учли всю площадь, то вот в этом случае увеличить свою площадь можно. В любом ином случае, когда не подтверждены документами сформированные границы земельного участка, такую реестровую ошибку и признать реестровой ошибкой невозможно, потому что никаких ошибок, по сути, допущено не было. Очень часто под видом реестровой ошибки граждане пытаются прихватить часть чужой земли. И таких обращений в последнее время увеличилось, отмечают в Росреестре. По сути, это мошеннические действия. Органы регистрации тщательно отслеживают процедуру оформления подобных прав и внимательно проверяют, была ли действительно здесь когда-то допущена ошибка. В частности, существуют аэрофотосъемочные материалы 90-х годов, по которым можно отследить, каким образом межевая территория в Пермской области. Вот они служат доказательством того, что более 15 лет назад такой земельный участок и предоставлялся, и существовал именно в таких границах. Мы именно этими материалами и руководствуемся. Они есть у нас, мы их предоставляем кадастровым инженерам, поэтому в равных условиях, что называется. Сейчас в крае проведены новые аэрофотосъемки. На основании данных проводится проверка использования земель. Если надзорный орган выявит нарушение по объектам капитального строительства или несоответствие площадей земельного участка, захват территории, вполне себе можно ждать в гости инспектора с выпиской предписания на устранение нарушений и наложением штрафов минимум 5000 рублей.